Привет, дорогие друзья! Сегодня вам покажу отличный способ, как снять кольцо, если ваш палец отек. Вот, допустим, у меня я отжимаюсь на кулаках, и вот пальцы все сбитые, бывает, отекают, и никак мы не можем снять. Не помогает мыло, и кольцо, конечно же, не проходит. Для этого нам понадобится 1 метр нитки и иголка. Нитку продеваем в иголку, теперь продеваем через кольцо. Вот таким образом. Иголка нам уже не нужна. Дальше все просто. Этот край мы оставляем, а этот край начинаем накручивать на палец. Вот таким образом. Палец может посинеть, ничего страшного. После того, как вы это сделали, мы начинаем раскручивать. Делая эту процедуру, кольцо будет постепенно сходить. И очень легко сойдет с того места, пройдет через косточку. Этот способ рабочий, обязательно берите его себе на заметку. Поделитесь этим видео с друзьями, близкими, знакомыми. Им это видео будет очень полезным. Спасибо за внимание. Всем добра, удачи и до новых встреч. Скоро увидимся.